Землетрясение магнитудой 7,4 балла разрушило многоэтажные дома в крупных городах Турции. Погибли более 70 человек. Данные о пострадавших уточняются. Но сейчас их по меньшей мере 400. Как уточняет Государственное управление по чрезвычайным ситуациям, эпицентр находился в городе Пазарджик, в провинции Кахраман-Мараш. Землетрясение произошло утром в понедельник в 4:17 по местному времени. Толчки ощущались в Анкаре, Газиантепе, Невшехире, Кайсере, Адане и Хатае. После землетрясения по состоянию на 6:30 было зафиксировано 42 авторшока. Магнитуда самого сильного составила 6,6 балла. В городе Диярбакыре в районе Енишехир обрушилось 8-этажное здание. Погибли 6 человек. Еще 70 пострадали. В Малате разрушено 130 зданий. Более 100 человек пострадали. Два многоэтажных дома рухнули в Адане. Пятерых пострадавших вытащили из разрушенных зданий и доставили в больницу. В Шенлеурфе обрушилось 16 зданий. Погибли 15 человек. В Османии разрушено 34 здания. Среди жертв не менее 5 человек. После землетрясения в ряде районов на предприятиях и в офисах возник пожар. К местам возгорания направлены спасатели. На данный момент идут спасательные работы. Под завалами ищут выживших. Власти страны обратились за международной помощью. Генштаб вооруженных сил Турции направил в зону бедствия 2 самолета для транспортировки бригад спасателей. Президент Турции Эрдоган обсудил последствия землетрясения с губернаторами провинций Адана, Малатья, Газиантеп, Диярбакыр, Хатай, Адыяман, Османие и Шенлеурфа, пишет агентство Надулу. Также были зафиксированы землетрясения на границе с Сирией и Ливаном. О жертвах стихийного бедствия сообщили в северных сирийских городах, таких как Алеппо, Латакия, Хама. Согласно последним данным, погибли 100 человек, среди которых 50 в Латакии. Во всех провинциях пострадали 334 человека. Глава Национального центра сейсмологии страны Раед Ахмед сообщил, что землетрясение было самым сильным с 1995 года.